Уважаемый покупатель, представляю вам участок с домом в поселке Малышево. На участке 20 соток расположен жилой дом, кирпичный. Участок облагорожен. Попадая в дом, сначала идет прихожая. Пройдя дальше в дом, мы попадаем с вами в гостиную, в которой действующий камин. Из гостиной у нас две жилые комнаты. Первая жилая комната, как мы видим, с печкой, то есть отопление здесь печное. Также можно сделать электрическое, с окнами. Вторая комната, тоже, как мы видим, обшита деревом. Здесь действующая печь, как мы видели, которая отапливает и первый, и второй этаж. Все в рабочем состоянии, с окнами как раз на участок, на зелень, на деревья. Выйдя с гостиной, мы поднимаемся по небольшой лесенке и попадаем с вами в кухонную зону. Как мы видим, весь дом обшит полностью деревом. Также он утеплен. Кухня с большими окнами во всю стену. На втором этаже у нас две комнаты спальни. Как мы видим, здесь печка, за счет чего будет тепло, и окна как раз на наш участок, на деревья, на зелень. И вторая комната, также, как мы видим, утеплена и обшита деревом, также с окнами на наш участок, в сторону бани, с видом на соседние участки и зелень. На участке у нас кустарники, крыжовник, груша, яблоня, также есть малина, ежевика, смородина. Участок 20 соток. На участке у нас с вами действующая баня, которая находится в рабочем состоянии, и вода. Вода у нас из колодца. Колодец в рабочем состоянии, можно проверить.